спросить вас, разрешите? Чё? Рука, дарующая помощь священнику молящегося рта. Чего? Двадцатку надо! Зачем? Не будет, сударь, благосклонен. Всего-то на дорогу имею наглость попросить. Мне нужно. Ну, есть десятка, последняя. Ну ладно, к черту деньги. Не гложет то, что с последним вы расстались? Да нет, вам нужнее. О, как тонка грань между глупостью и добротой. О, наконец-то! Здорово! Чё так долго? А о чём ты говорил с этим психом? Да херню какую-то нёс. Спросил, не хотел ли, мол, я душу за бабки отдать. И что ты ему ответил? Послал его, конечно, дебил. Ну и правильно. Хотя, если задуматься, ты бы продал душу дьяволу за баксы? Наверное, да. А чё, Захарова на кого-то работать, получать мелочь, жить не в удовольствие. Лучше же жить в удовольствие, правильно? Ну подожди, продав душу дьяволу, ты думаешь, избавишься от проблем? Но на самом деле, ты ж попадёшь в зависимость от денег. Я тебя умоляю, зависимость существовала везде и всегда. Все мы от чего-то зависим. Так почему не зависеть от того, что приносит нам реальную пользу, а не вымышленную? Но тебе не кажется, что душа стоит намного дороже, чем все богатства мира? Это тебе не кажется, что между словом «бесценный» и «не имеющий цены» разница только в произношении, а суть одна и та же? От них нету пользы. Да ладно, хрен с этими умными мыслями. Они только жизнь портят. Пошли лучше бухнем. О да, это дело. Только я этому психу отдал последнюю десятку. У меня лаве. Ты чё, дурак последние бабки отдавать? Ладно, я уже заложу. Ну давай, раскошеливайся. Ну нихера себе. Ого, ты чё, банк грабанул? Первый раз только бабок держу. Ого. Чувак, у меня странные мысли. Походу, ты разговаривал с самим дьяволом, и он забрал твою душу. И это твоя награда. Да? Ну и фиг с ней душой. От нее все равно толку мало было. Зато у меня бабок куча. Идем лучше бухнем. С удовольствием. Действительно, грань между добром и глупостью очень тонкая. Но между злом и глупостью она и вовсе отсутствует.